полицию заявила управляющая. Прибывшие сотрудники полиции установили, что мужчина зашел в заведение и, угрожая, потребовал отдать выручку. Женщина пыталась сопротивляться, поэтому злоумышленник связал ей руки и украл деньги из кассы. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину неподалеку от места преступления. Похищенные деньги были изъяты. Злоумышленником оказался 39-летний житель Архангельской области, который приехал в Сочи на заработки. Установлено, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.